Друзья, всем привет! Сегодня заснимем с вами, небольшой обзорчик сделаем на семена. Вот эти побачки, да? Выбрала я себе необычные такие портула кампельный. Никогда его не садила. Будем пробовать. Семена дорогие. 63 рубля за 5 штучек. Такая необычная хризантемка. 1 грамм. Малопа. Тоже ни разу не садила. Попробую. Вообще цены приемлемые. Цены приемлемые. Но профессиональные семена, конечно, стоят денег. Вот остик стоит 5 семечек 268 рублей. Петуния софистика 167, 6 штучек. Вот такие простые семена, в принципе, можно брать 48, 79, 39, махровая 74, 54, буркунди. В принципе, цены приемлемы. Так, лаванда. Декоративная, но это многолетка. Так, вот эти необычные будем пробовать сеять. Что у нас получится? Интересная малопа. Не знаю, вообще такой цветок. Так, друзья, всем пока.